Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Epica 2008 года выпуска. Двигатель 2.5, бензин, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 185 тысяч километров. Заменю на нем датчик рециркуляции отработавших газов. Клапан EGR. Клапан завис, видать, или грязью забился. Мыть хозяин сказал, говорит, уже не будем. Заказывай новый и заменим его. Подключу сейчас компьютер, покажу, какую ошибку выдал. Ошибку скидываем буквально 5 минут, буквально 1,5-2 минуты. Двигатель запускаюсь, и она опять высвечивается. Посмотрю сейчас, что за ошибка. И сброшу ее, запущу и опять перепроверю. И потом уже после замены клапана опять проверю. Так, вот выбрал я Эпику, 8-й год. Включаю зажигание. И проверяем, что за ошибка. Может, что-то еще добавилось за это время. Нет, не добавилось. Количество ошибок одна. Рециркуляция отработавших газов, отцеп, управление, диапазон, характеристика. Как-то коряво написано. Ну, понятно, что с рециркуляцией, поэтому клапан беру, меняю. Ошибку я сразу сейчас удаляю. Удаляю ошибку. Ошибки нету. Выхожу. Вот я отсюда вышел. Количество ошибок 0. Запускаю автомобиль. Сейчас. Вот, запустился, чек потух. Сейчас поработает. Засветился чек. Конечно, не 1,5 минуты. Минут, наверное, около 5 поработало. Глушу. Включаю зажигание. Так, и опять делаю соединение. Посмотрите, эта же ошибка повторится по рециркуляции. Количество ошибок 1. 0404, это же самая ошибка. Удаляю ее. Иду, меняю клапан. Хорошо его здесь поменять вообще недолго. Так, все, пока жду. Снимаю крышку.
И вот он стоит клапан. Снимаю разъем, поддеваю и откручиваю его. Два болта, головка на 8. Сказал два болта, головка на 8. Болты М8. Вот такая картина масла. Прокладка. Беру новый клапан КР5625. Клапан не оригинальный. Чей он? Непонятно. Клапан ИГР. Название фирмы. Лекс. Фирма Лекс. Идет в комплекте новая прокладка. Идет в комплекте клапан. Все внутри чистенько. Все внутри грязненько. И что именно здесь ему не хватает, неизвестно. Берем, устанавливаем новый. Ставлю на место клапан.
ставлю на место, разъем. Крышку пока не ставлю. Запускаю автомобиль. Запускаю. Ну, пока ничего не светится. Даю ей поработать. Там тоже не сразу светилось. Поэтому пусть работает. Подожду, пока камеру выключаю. Не буду ее пока выключать. Пока прикручиваю крышку. Какой-то стучок проскакивает в двигателе. Какой-то компенсатор сверху. Нет, чек не светится. Ладно, жду. Пусть еще поработает. Нет, ничего не зажигается. Глушил, заводил, газовал. Работает. Сейчас все равно компьютер подцеплю. Ошибок ноль. Нет ошибок. Код ошибок нет. Ну и все. Все-таки получается, дело было в клапане. На этом все. Замену клапана ИГР я закончил. Покатается, посмотрит. Если ошибка не повторится, то именно причина была в самом клапане. Всего вам доброго.